Этнолагерь «Эткер» вновь собрал в Чувашии победителей олимпиад по чувашскому языку и литературе из разных регионов. Профильная смена открылась 26 июля в лагере «Лесная сказка». Но не все время ребята проводят за городом. На днях они приезжали в Чебоксары, чтобы посетить главный национальный музей республики. Они из разных городов и республик, но объединяет их чувашский язык. На нем говорят и в Тюменской, Самарской, Ульяновской областях, Татарской и Башкирской республиках. Именно такая география участников профильной смены. Всего в Чувашию приехали 40 детей. Здесь собрались такие люди, которые очень интересуются чувашской культурой, чувашским языком, историей. И я вижу, как у них горят глаза, когда они что-то слышат такое особое о своей родной культуре. Экскурсию в музее для ребят проводили на русском, потому что не все в идеале владеют чувашским языком. В лагере их разделили на три группы по уровню знаний. Программа обучения подобрана соответствующая. Мы учим чувашский язык, танцуем, учим песни, играем. Мы проводим с детьми разные тренинги, уроки, мастер-классы, встречи с выдающимися людьми Чувашской республики. Выезжаем на экскурсии. Этносмена продлится до 5 августа. Ирина Волкова, Маргарита Мельникова, Борис Андреев. Республика.